можете сказать так, на простом языке, такой, какой результат? Вот, потому что техник таких, когда дают действительно или готовые рецепты, шаблоны, когда ведет вот, гуру, коуч, тренер и так далее, людям говорят, сделайте то-то, и будет вам счастье, их огромное количество, их сейчас пригласят со всех сторон. А вот здесь вот как-то звучит вроде бы так, ну, странно и непривычно, что человек сам свою технику изобретает, ему вообще ни терапевт, ни тренер, ни коуч вообще ничего не добавляет, вот он сам. Что происходит в результате? И чем это действительно более, ну, как-то или более ценно, или для кого это более ценно? Люди, наверное, разные бывают. Тут, наверное, на примере проще всего пояснить. Да, вот я, например, в прошлый вторник, у меня тут началась серия вебинаров, называется «Не школа», о том, как правильно учиться. И на первом вебинаре я как раз рассказывал о применении чистого подхода в области обучения. И основная идея, которая, ну, вот, которую я до людей пытался донести, заключается в том, что для того, чтобы я мог вас чему-то научить, вам нужно научить меня учить вас. Потому что я на самом деле не знаю, что у вас в голове происходит, когда вы учитесь. И мы с ними делали такое упражнение. Я им задал вопрос, когда у вас получается учиться лучше всего? Что происходит? Я им давал серию там, чистых вопросов, ну, мы в следующем вебинаре это продолжим, кстати говоря, которые помогают понять, как именно я, или что именно у меня происходит, когда у меня получается, например, эффективно учиться. Самое удивительное, что вот прямо даже прямо на вебинаре, прямо делаешь быстрый эксперимент, берешь одного человека, вот буквально там 3 минуты задаешь ему вопросы, да? Вот, когда у тебя получается лучше всего учиться, что происходит? Он нам что-то выдает, и я начинаю задавать ему вопросы. Задаю, и у него появляется ну, некое описание, некая метафора внутреннего состояния, которая описывает, как у него это состояние проявляется, когда он лучше всего учится. И когда он это вот внутреннее состояние, он видит, как оно выглядит, он гораздо лучше начинает этим состоянием управлять. Он знает, что нужно сделать для того, чтобы оно началось, он знает, что нужно сделать для того, чтобы его поддерживать, и он знает, какие вещи происходят, которые выбивают его из этого состояния. И вот это вот само состояние, сама эта метафора, которая лежит в основе, она абсолютно уникальна. Ее невозможно дать извне. Невозможно сказать, для того, чтобы вы эффективно учились, вам нужно делать следующее. Потому что неизвестно, что каждому конкретному человеку нужно делать, чтобы у него получалось эффективно учиться. И вот, допустим, по ходу дела я с аудиторией работаю, там с одним человеком поговорил, с другим поговорил, с третьим, с четвертым, с пятым. И видно, что вот 5 человек, у них абсолютно разные, ничем не похожие картинки. И когда эта картинка проясняется, человек получает хороший доступ к этому состоянию. И это его состояние, не выдуманное, не придуманное какое-то. Конечно, можно сказать, для того, чтобы там, я не знаю, научиться там правильно считать, нужно считать на цветных палочках. Ну, не факт. Да. Кому-то на цветных палочках, а кому-то там, может, это вообще не поможет совершенно. Опять же, части людей, наверное, это поможет, а остальная часть... Как я в свое время вот для себя понял, что если ведущий, там, тренер или гуру или кто-то, да, если он искренний человек, если он действительно рассказывает о тех вещах, которые он обнаружил сам как-то, да, то, в общем-то, в аудитории всегда найдется достаточное количество людей, которые искренне вот как-то срезонируют на это и смогут даже это применять. Правда, это будет меньшая часть аудитории. Это может быть там 1 из 10 человек, который реально на это срезонирует. Остальные просто почувствуют, ну, может, восхитятся харизмой, там, позавидуют тем, у кого все это получается, как бы, да, и уйдут восвоясь искать следующую технику. Вот. А чистый подход, он как раз позволяет вот... Вот как бы обнаружить, как оно у тебя происходит внутри, а не как оно там у кого-то происходит, или как оно должно происходить, или как оно происходит у всех, где вот всех надо в кавычки поставить, потому что на самом деле никто не знает, как оно происходит у всех. Это относится не только к обучению? Это относится к чему угодно, да, вот мы можем, например, взять любую ситуацию, это обычно вот первое упражнение, которое делают на семинарах, чтобы, так сказать, не вдаваться в психотерапию, говорят, давайте мы начнем с простых вещей. Попробуем помоделировать что-нибудь хорошее. Достижение успеха, например. Да, достижение успеха. Вот да, такая. Вот ты человека спрашиваешь. Да? Да. Вот обычно стандартная фраза, стандартная начальная стартовая фраза, с которой все начинается. Да? И что бы ты хотел, чтобы произошло? Так она звучит.
Ну, вот как бы по сути. Причем она, я с ней долго мучился, потому что на английском она звучит более чисто. Потому что с точки зрения чистоты подхода, например, тут можно докопаться. Ну, вот я спрашиваю, и что бы ты хотел, чтобы произошло? Можно сказать, ну, клиент же тебе не говорил, что он что-то хочет, да? Он же, ты же ты сам откуда это взял? Потому что по-английски она звучит «What would you like to have happened?» Да, там слова «хотел» нету. Там есть модальный глагол, который просто как бы обходит эту проблему, да, вследствие вот там структуры английского языка. В русском мы помучились, ну, как бы потом сказали, что, ну да, в общем-то, наверное, любой вопрос, даже самый чистый, он не является абсолютно чистым, ну, хотя бы по той простой причине, что когда я его задаю, у меня определенная интонация, у меня определенный акцент, я говорю на определенном языке, у меня какая-то невербалика на лице и так далее. То есть я по-любому как-то влияю на человека. Единственное, что я могу сказать, я стараюсь минимизировать это влияние. Вот, то есть говорить на каком-то там стандартном языке без местечковых акцентов, например, и не использовать слов, которые имеют какую-то там эмоциональную нагрузку или там метафорическую какую-то нагрузку. Поэтому мы, в общем, сказали, что окей, если человек пришел, уж, наверное, он что-нибудь хочет, а иначе бы он не пришел бы, да? Хотя, как известно, в НЛП часто тоже там используют такие вводные фразы, типа «с чем пришел?» Или один из моих студентов сказал, не, ну это легко как бы обойти такую штуку. И он с клиентами работал так, он их там сажал на стульчик и спрашивал у них, задал он такой вопрос, он их спрашивал так, что есть? Вот, что иногда человек выбивал из колеи, в смысле, типа, что есть? Он говорит, ну вот я буквально имею в виду то, что я спросил, что есть? И выяснилось, что если человек вот как-то понимает, ну ты ему объясняешь предварительно, что ты имеешь в виду, то после вот этого объяснения небольшого, он, в общем, довольно легко вникает в тему, да, действительно, что есть. Он говорит, я хочу уметь достигать успех. Да? Окей, да, и дальше. Например. Да, и если я спрашиваю человека, что бы ты хотел, чтобы произошло? Он говорит, я бы хотел научиться достигать успеха. И ты бы хотел научиться достигать успеха. Ну, тут разные варианты есть, как я могу задавать эти вопросы. Да, например, вариант может быть такой. И когда ты достигаешь успеха, что происходит? И ему тогда придется посмотреть, найти какой-то момент, где он достигает. Если у него в голове, вот на тему успеха у человека, у людей в голове столько уже готовых этих формул, что, ну, допустим, он отвечает, и когда я достигаю успеха, у меня есть много денег, славы, счастья. И я себя чувствую прекрасно. Ну, это внешняя сторона, много денег. А да. Нас, ну, вот, допустим, это, скорее, человек так отвечает. Внутренняя, как бы. Ну, вот человек отвечает так, внешняя сторона. Ну, есть разные способы, на самом деле, да. То есть, например, если человек говорит, там, и когда... Я спрашиваю, что бы ты хотел, чтобы произошло? Он говорит, я бы хотел там уметь достигать успеха. И ты бы хотел уметь достигать успеха, когда ты достигаешь успеха. На что это похоже? Или там, что происходит? Он говорит, ну, тогда у меня много денег, славы, там, и, я не знаю, там, имущество. Ага. И я могу попробовать спросить. Так, финансовая безопасность, стабильность. Да, и всякие другие стандартные вещи, которые на любом сайте, посвященной этой теме, написаны. Да, совершенно верно. Да, вот у него в голове именно такие вещи. Вот. Ну, на самом деле я могу, например, задавать вопросы. И что нужно для того, чтобы у тебя было много денег, там, славы и успеха? Или что он там хотел? Можем проработать, например, условия. Когда он проявит эти условия, мы можем спросить, а что нужно для того, чтобы вот это могло произойти? Вот. И рано или поздно тут как бы идея такая, что... Ну, наверное, отвлекая сторону, тут стоит еще пояснить, что вообще, например, на семинарах я с самого начала говорю, что сам этот семинар, он носит несколько парадоксальную природу. Он заключается в том, что чистый подход с точки зрения философии подразумевает не навязывание, да, какое-то. Соответственно, как бы парадокс заключается в том, что, ну, я же веду семинар, я же вам что-то сейчас рассказываю, и, наверное, я вас как-то побуждаю соглашаться с тем, что я рассказываю, что, в принципе, не является чистым подходом, естественно, да. Потому что, ну, если бы я вел бы семинар чисто по чистому подходу, тогда я бы только подтверждал то, что вы мне говорите, направлял бы, и задавал бы чистые вопросы. Все. Тем не менее, я же тут что-то рассказываю. Поэтому мы всегда понимаем, что есть некая шкала, да, условно назовем ее там, она называется на семинаре, ее называют чисто грязный континуум, где есть там одна крайность, ну, там самый грязный подход, условно говоря, такой абсолютно шаблонный, где тебе просто говорят, вот так делай, и это правильно. Почему правильно?
ты сейчас рано тебе, потом объясним. Вот, обычно такое, ну, у меня ассоциируется с такими вот религиозными догмами, да, которые вот, вот так делай и все, потому что так завещено. Вот почему? Ну, вот потому. Никакого нет рационального ответа, который ты бы мог понять. Вот вери все. И другая крайность – это вот самый чистый подход. Самый чистый подход в идеале – это вообще такое вот, он мне ассоциируется с таким, с такими людьми, волшебниками. Вот я про Барри в свое время говорил, что он для меня обладает неким там признаком, одним из основных признаков волшебников, он заключается в том, что иногда, когда я пытался понять, что же он такое в сессии делает, вот я выяснял ну, такую интересную вещь, которая заключалась в том, что он ничего в сессии не делает. И в этом-то самое тонкое искусство. Что он был одним из тех необыкновенных людей, к которому, когда я приходил, он ничего не делал. Он просто присутствовал, просто слушал и просто подтверждал. Больше не делал ничего. Он не пытался мне помогать. И вот странным, парадоксальным образом именно это и сработало. Это абсолютно чистый подход. Он даже вопросов мне не задавал. Но это нужно достичь этого вот состояния какого-то, да, некой такой, видимо, внутренней проясненности ума. Очень похожие вещи можно, например, у Экхарта Толле прочитать и на семинарах у него увидеть. Он очень похожие вещи делает. Когда он, помню, меня поразило на одном из семинаров, когда он вначале вышел к микрофону, сел и стал смотреть на зал молча просто. И смотрел довольно долго, там, наверное, минут 5 или 7. Вот. Ну, сначала, как там бывает в зале, там сначала какие-то шорохи были, там всякие такие вещи. Потом все успокоились, и в какой-то момент наступила гробовая тишина. Он просто сидел с микрофоном, смотрел, молчал так несколько минут, а потом пододвинул микрофон и говорит, на немецком языке этот семинар вел, да, и он говорит, как жаль, мне сейчас придется говорить вам слова, и вы ничего не поймете из того, что я буду говорить, потому что все, что я хотел сказать, все, что я хотел донести, я уже донес. Оно уже было. Оно было вот в эти 2 минуты, пока я молчал. И вот эта вот штука, она как-то поражает. Вот это вот, когда человек начинает, там, я там хочу вот это, там, то, сё, там, какие-то такие вещи, там. Ну, вот как бы некая крайность, там, я начал про шкалу рассказывать, да, там, самый чистый подход. А реальные люди... Есть, самый чистый подход, это вообще ни слова не сказать. Да, самый чистый подход, это вообще не сказать ни слова. Да, когда ты просто самим своим присутствием, каким-то непонятным образом меняешь структуру пространства, так что люди вот рядом с тобой начинают достигать мгновенного просветления. Хотя вроде бы формально вот нельзя вот указать пальцем, сказать, вот он сделал тут чего-то. Да нет. А когда люди выходят из этой структуры, из этого пространства, то остается? Ну, вот это тоже, просветление. Да, тут вот тоже большой вопрос, как бы, да, у кого-то остается. То есть здесь получается такая штука, что, конечно, рядом с таким вот гуру хорошо, но весь это вопрос, а ты потом, когда от него уйдешь, ты сможешь сохранить это состояние? Или ты как из магнитного поля вышел, да, и все, и намагниченность пропала. Ну, тем не менее, я говорил про шкалу, да, что реальные люди, они всегда где-то посередине, конечно, находятся. Да, там до самого чистого это еще дожить надо. До такого состояния просветленности, когда ты пришел. Я так понимаю, что, видимо, вот именно этого состояния пытаются добиться люди, которые медитацией, например, занимаются, чтобы так вот сел, создал себе такое пространство, и в этом пространстве волшебным образом, чтобы все вот растворилось, и ты пошел в мир такой весь структурированный, спокойный, уверенный в себе, четко идущий к цели там, и так далее, не отвлекающийся на всякие там обыденную ерунду всякую. Вот. Наверное, так. То есть реальные люди, они где-то посередине. То есть вот чистота, она как на термометре, она, в общем, меняется по этой штуке. И самое удивительное, что, в общем, работая с конкретным клиентом, всегда приходится пытаться как-то состыковаться. А вот на каком уровне чистоты можно с этим человеком работать? Потому что довольно часто ты понимаешь, что вот с этим человеком... Ну, у меня был пример, когда я вот на своем энтузиазме как-то там после работы с Барри там всем рекомендовал. И вот, значит, в одной из сессий сидим. Пришел клиент, я переводчик. Он садится на стульчик, он его сажает. И он, значит, к нему так обращается. Типа так. Угу. Клиент на него смотрит растерянно. Ну, он сидит, смотрит на него минуту-две. Клиент растерян, он все более и более растерян. Потом он поворачивается ко мне и говорит, Олег, что он от меня хочет? Я клиенту говорю, меня здесь нет, я переводчик. Если ты хочешь что-то спросить, спрашивай, я переведу. Но он, значит, у Барри спрашивает, что ты хочешь? Он говорит, ну, что есть, да? Он говорит, ну, я не знаю. Ну, там, боль в спине, например. И Барри на него так смотрит и говорит, угу.
И опять там минута или две молчания, потом клиент опять ко мне поворачивается и говорит: Олег, что он опять на меня хочет? Я говорю, спрашиваю у него, меня здесь нет, я переводчик, я зеркало, как бы, да, он типа, а что нужно делать? Он говорит, ну, у тебя есть боль, и? Он говорит, что и? Ну, боль. Вот боль у меня тут вот в позвоночнике болит. Он говорит, угу. И опять минута, и он опять говорит, слушай, что он от меня хочет, я не врубаюсь. Он говорит, ну, боль. И вот таким вот образом продолжается, там, не знаю, минут 15-20, после чего клиент в растерянности уходит, как бы, да, Барри разводит руками, и он говорит, он не хотел смотреть на эту боль, просто я не понял, почему это произошло. А я думаю для себя, ну, блин, а ведь, как это сказать-то, да, основная эта цель ведь помочь этому человеку, а не, как это, не соблюдать там некий ритуал, там, да, который заключается в том, что я там не навязываю ему ничего. Соответственно, видимо, ему этот чистый подход не подошел. Ему, видимо, нужно было что-то объяснить, там, что нужно там направить на это внимание, там, что нужно там какие-то наводящие вопросы задать там, и так далее, и так далее. И вот, и тут вот я ярко прямо и увидел, да, что, собственно говоря, даже с Барри все люди четко распадаются на две, опять же, те же самые категории. Одни люди приходят, и они как-то прям сразу вот включаются в этот процесс, например, такие, как я. А есть люди, которые приходят и просто искренне не понимают, что от них хотят, и зачем они тут на стуле сидят, и, собственно, что нужно делать. Потому что, ну вот, мне нужны денег, успеха и славы, а он тут мне, угу, чё угу-то? Ну да. Вот. И поэтому, на самом деле, я, побыв фанатом чистого подхода в течение там некоторого времени, понял, что, ну и там в некоторых случаях, потерпев некие такие вот, ну не провалы, конечно, провалами не назову, там некие неудачи там, да, в работе с определенными людьми, я понял, что нет, тут не совсем все правильно. Тут вот правильнее, наверное, сказать себе так, что вот я на определенном этапе своей жизни понял, что для меня вот чистый подход является идеалом. Но до этого идеала еще дорасти надо. Когда ко мне приходит живой человек, я всегда посредством там общения пытаюсь выяснить, на каком уровне чистоты с этим человеком можно получить наилучшие результаты. И иногда бывает, что с этим конкретным человеком наилучший уровень, на котором можно получить результаты, это просто дать ему четкие пошаговые инструкции, сказать, делай это и ни о чем не думай. Ну да. Вот. И это будет для него наиболее эффективным подходом. То есть, как бы такое получается еще взгляд сверху своего рода, да? Угу. Вот. Поэтому да. Я не могу сказать, что я прям такой прям гиперфанат, что вот именно везде, всегда и всюду нужно только чистым подходом все делать, и что чистый подход лучший. Он не является лучшим, он является таким способом, таким подходом, из которого в том числе можно увидеть, на каком уровне к данному конкретному человеку лучше всего подходить. Такой метаподход. Да, такой метаподход получается, взгляд снаружи. И да, действительно, ну скажем так, в общем и целом наиболее значимые какие-то результаты я замечаю именно в том случае, когда нам с клиентом удается работать вот именно в классическом чистом подходе. Когда я задаю чистые вопросы, он смотрит внутрь себя, находит свои ресурсные состояния, моделирует их. Ну, это когда человек уже до него дорос. Понятно, что если чем человек больше дорос, тем легче с ним работать. А если он не дорос, ну тогда, значит, вот как-то мы там интерактивно определяем, на каком уровне я могу ему, так сказать, причинить пользу и нанести добро. Вот. И, соответственно, мы с ним работаем на этом уровне, на том, который понятен ему и понятен мне. Понятно. Вот я бы сейчас хотела обратиться к слушателям и сказать. Если вы сейчас с нами, попробуйте сами для себя понять интуитивно, насколько вы это сможете, а вот вам, насколько вам нужны, какой степени жесткости инструкции, или до какой степени вы уже можете понять даже то, что сказано без слов, а просто вот этот вопрос, что есть, как он вас откликается, вызывает у вас растерянность или вызывает у вас какое-то углубленное внимание. Вот как вы для себя считаете, понятно, что слушатель каждый для себя это свое считает, вот что именно для вас здесь, вот где вы на этой шкале? Ну да, но, кстати говоря, вот я в свое время, сейчас вспомнил что-то, вот, видимо, тоже в тему в эту, я в свое время как-то сильно переживал, что вот это вот название «чистый подход», оно какое-то такое, ну, поляризует немножко, да, что вот у нас типа чистый подход, а у вас у всех грязный, да?
Как-то обидно звучит, вот, и были тоже у меня эксцессы там на некоторых лекциях, там вставали, когда я приводил там в качестве примера, говорил, ну, там, примером грязного подхода, например, может являться традиционная медицина. То есть вас обследовали, вас особо ни о чем не спрашивают, обследовали, выявили клиническую картину, назначили лекарство, вот, типа, пейте там и все. Да, вот. Или положили на стол и порезали. Да, или положили на стол и порезали, да, вас там, ну, что спрашивать, как бы, да. И, ну, и, собственно, там такой был момент, когда... У меня был в аудитории врач-гастроэнтеролог. И он так слушал про этот чистый подход. А потом вскочил и говорит, слушайте, вы какую-то ерунду вообще несете. Вот ко мне приехали, там, привезли больного. У него там, не знаю, аппендицит, например. У него там вздувшийся живот и все объективные признаки аппендицита. Его там нужно прооперировать в ближайшие там, 40 минут. Иначе у него там будет разрыв, он помрет. Вы мне что, предлагаете ему чистые вопросы, что ли, задавать? Вот. Наверное, уже поздно, если уже. Да, я ему как бы объясняю, что я же не говорю, что это панацея, что в этом случае как раз наиболее правильным способом будет, ну, то есть абсолютно, ну, в нашей терминологии абсолютно грязный. А он оскорбился на меня за термин грязный. Понимаете, гастроэнтеролог, я ему говорю, что его метод грязный. Вот. И когда он там на это слово грязный порвало, я говорю, смотрите, вот это еще один пример того, что как люди слова воспринимают метафорически. Я-то имею в виду совершенно конкретную вещь, я имею в виду, что под грязным подходом, я имею в виду ситуацию, когда вы не спрашиваете у клиента, чего он хочет или что ему надо, а вы ему просто делаете как надо и все. Ну а он может быть видеть картинку больницы, его стерильная палата, а да, ему говорят, что там грязь лежит. Я, у меня возник вопрос, я думаю, а давайте может попробуем какое-нибудь более такое нейтральное какое-то слово придумать, там жесткий, гибкий, там, или я не знаю, там черный, белый, ну чтобы не было вот такой вот поляризации. Вот. И мы там долго мучились, прям целая тема у меня была на форуме, пытались найти вот другое какое-то слово, чтобы он не было таким порочащим. Да, ну, есть слова. Директивный, недирективный. Ну да, вот на самом деле тоже ведь неправда, потому что когда я вот недавно буквально я делал интервью с Джуди Ресс, с одним из авторов книги, да, она говорит, нет, чистый подход символического моделирования, 100% директивный подход. Мы задаем вопросы, мы направляем внимание, он директивный. То есть это не то, что там человек сидит, и у него там свободное ассоциирование какое-то идет. Нет, ничего подобного. Совершенно директивно все происходит. А, поэтому этот термин не подходит. Директивный, индирективный. Тут скорее, вот, наверное, какой-то вот... Ну, я не знаю, вот мы так и не подобрали какого-то хорошего... Ну, может быть, кому-нибудь из наших слушателей придет голову. Если им придет голову, да. Такая мысль. Я просто хотел еще раз, да, вот как бы... объяснить, что это слова, это ярлыки, да, которыми обозначается некая определенная идея, где под одной крайностью имеется в виду, что вам не предлагается делать никакой внутренней работы, вам просто дают готовый работающий рецепт, как это делает хирург. Он не спрашивает вас про вашу сломанную ногу, он делает снимок, и он делает все, что нужно для того, чтобы эту ногу собрать. Вот дальше эта нога там исцеляется или не исцеляется уже по независящим от хирурга причинам, да. Вот. И есть другая вещь, да, вот другая крайность, когда вам предлагают, по сути, 100% саму себе исцелить. Да, исцелить самого себя. И тут даже как бы такой вот интересный момент, что даже терминологически, когда на семинарах преподают, говорят, например, есть разные термины, как называется тот человек, который ведет сессию, тот человек, который, ну, клиент там, да. Например, есть там ведомый и ведущий. В чистом подходе это не так. В чистом подходе ведущим является сам клиент. А, ну, там условно говоря... А кто ведомый? В кавычки психотерапевта поставим, да, он скорее как штурман некий выступает. То есть есть летчик и штурман. Вот летчик, он летит, он ведет самолет, а есть штурман, который направляет. Он подтверждает, направляет, да, и там задает какие-то там директивы, там, помогает там как-то более четко сориентироваться, может быть, там такие вот вещи. То есть он выступает в качестве такого... внешнего консультанта, ну, на самом деле, там вполне, на семинаре вполне, в общем, даю такой конечный список, я объясняю, в чем состоит функция, когда ты работаешь с человеком. Ты помогаешь ему в некоторых вещах, помогаешь ему обратить внимание на те вещи, на которые он не обращает внимания, ты ему не говоришь, что они там есть, ты спрашиваешь, говоришь, а это что, а это что. Ты помогаешь ему как-то общую картину удержать вот того, что происходит, потому что у человека там периодически информация какая-то выпадает, а ты, поскольку ведешь протокол какой-то, ну и поскольку ты вообще внешний человек и в его переживания не вовлечен, у тебя просто, ну, память более эффективно работает в этот момент. Но ты к его контенту не добавляешь вообще ничего. Ты проговариваешь то, что он говорит, и суммируешь то, что он говорит, и направляешь внимание на то, что он говорит. То есть в результате он лечит себя сам.
Да, в результате получается, что он лечит себя сам под... И придумывает еще метод, который именно под ему. Под экспертным руководством, да. Такая штука. Ну, метод на самом деле не то, что он придумывает. Тут, наверное, одна из вещей, ну, про которую, может быть, стоит упомянуть, как бы, да, что одна из вещей, которая проявляется в чистом подходе, это вот, я их упоминал уже, метафоры так называемые, да. Метафоры, ну, вот у меня есть такое хорошее определение. Метафора – это когда человек какие-то абстрактные вещи, беспредметные, описывает какими-то конкретными предметными категориями. Там, ну, классический есть такой пример, чтобы можно было вот объяснить, да. Например, человек приходит и говорит вам, вы его спрашиваете, ну, что есть? Он говорит, ну, вот у меня последнее время постоянно какая-то тоска внутри. Угу. И вот я обычно говорю на семинаре, вот попробуем сделать здесь там стоп-кадр, паузу, да? Окей, к вам пришел клиент, он говорит, что последнее время у него постоянно тоска. Вы психолог, как вы можете ему помочь? Ну, можете дать совет. Из серии там, а ты не тоскуй, пойди развеселись с друзьями, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, вроде бы хороший совет. Но как бы все мы знаем, что советы эти все, если срабатывают, то на очень недолгий период. Что делать в этом случае, ну, практикующий чистый подход? Да? Отжимаем паузу, смотрим дальше. Он говорит, и у тебя тоска. И когда тоска, например, можно спросить, задать такой вопрос, где именно находится эта тоска? Ну, он говорит, ну, не знаю, в теле, например, где-то в теле. Угу. Я говорю, у тебя тоска, она находится где-то в теле. И когда она находится в теле, где именно в теле? Это, кстати, такое упражнение, как можно одним чистым вопросом достичь достаточно такого интересного прояснения. Он говорит, ну, я не знаю, в ногах нет, в руках нет, ну, в туловище где-то, наверное, да? Ага, у тебя есть тоска, и она где-то в туловище. И когда она в туловище, где именно в туловище? Он говорит, ну, не знаю, где-то, ну, где-то в груди она у меня. Ага, у тебя есть тоска, она находится в туловище, где-то в груди. И когда в груди, где именно в груди? А вот прямо вот здесь она у меня лежит, вот прямо на грудной клетке, вот здесь вот, вот тут вот. Ага, есть тоска, и она у тебя лежит прямо вот здесь вот на груди. И когда она прямо вот здесь вот на груди, где именно на груди? А вот прямо на сердце она у меня лежит и давит. Ага, есть тоска. Она находится внутри, лежит прямо на сердце и давит. И когда эта тоска лежит на сердце и давит, на что она похожа? Он говорит, знаешь, она похожа на такой камень. Такой килограмма 4 камень, конкретный валун такой гранитный. Вот прям лежит у меня и давит. Вот, ну здесь сделаем стоп-кадр, да? Гранитный валун – это как раз и есть вот та самая метафора. Метафора – это когда человек абстрактное состояние тоски вдруг виртуально превращает в некий предмет. Понятно, что мы оба нормальные люди и прекрасно понимаем, что никакого валуна там нет. Да? Это просто такая виртуальная моделька. Но тем не менее, на уровне картинки, на уровне ощущения в теле, на уровне эмоций и даже иногда на уровне мысли, ситуация с тоской выглядит, как если бы этот валун там на самом деле был. А самое интересное заключается в следующем, что если с абстрактной тоской в принципе ничего сделать невозможно, то с конкретным валуном очень даже можно. То есть его можно там растворить, выкатить, разбить, там, я не знаю, там, нагреть и расплавить там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Что именно мы с ним будем делать, это вот как раз и есть та методика, которую человек придумывает. Что он конкретно со своей тоской может сделать, теперь, когда он видит. И вот эта вот метафора, она возникает не потому, что человек ее откуда-то извне получил. Эта метафора, по сути, это некий такой способ общения моего подсознания с моим сознанием. Подсознание говорить-то не умеет словами, да, но оно может образом выдать, ощущением каким-то. Да. Если все эти вот ощущения, эмоции, картинки собрать в кучу и увидеть, что они себе представляют, возникает как раз вот этот вот некий предмет виртуальный. Есть такой интересный закон, что... Вот это называется, даже как-то на русский не очень хорошо переводится, да, это такая метафора, сгенерированная клиентом, да, клиент – сгенерированная метафора. Она внутренняя метафора. И эта метафора обладает свойством психической активности. То есть, еще раз я скажу, что имеется в виду. На уровне картинки, на уровне ощущения, на уровне эмоций, на уровне мысли, эта вот метафора, она выглядит так, как будто бы на самом деле там есть этот валун.
Вот. Ну и, соответственно, как бы дальше можно с этим валуном что-то сделать, собрать эти свойства, выявить эту метафору, как бы, да. И вот закон, который гласит, который используется здесь дальше, да, он гласит: метафора знает. Буквально по-английски так и звучит. Metaphor knows. Метафора знает, что должно быть дальше. Если ты продолжишь внимательно наблюдать за ней, ты увидишь, к чему она должна прийти. Это очень-очень похоже на то, что вот в гештальт-терапии делается, да? Там гештальт стремится к завершению. Если просто позволить ему развиваться, он разовьется и закроется, и уйдет в фон. То же самое с метафорой. Метафора проявляется, и метафора растворяется. Да, как... на сущностную трансформацию это чем-то еще похоже. Да, это похоже на сущностную трансформацию. Только, опять же, если в сущностной трансформации там достаточно жестко... Кстати говоря, сущностная трансформация, она по природе, ну, по внешнему виду, очень похожа на символическое моделирование. Иногда бывают такие сессии, когда люди вот снаружи смотрят, говорят, ну это же сущностная трансформация, вот он же то же самое делал, как бы, да, там брал метафору, смотрел, что она хочет, что произошло, там перемещал ее, ну и так далее, и так далее. И ты им говоришь, это вот понятно, в этом-то и уникальность символического моделирования, она заключается в том, что символическое моделирование может быть похоже на все, что угодно, в том числе и на сущностную трансформацию. Более того, я вам скажу, сущностная трансформация, скорее всего, возникла в результате моделирования автором некого метода, с помощью которого он решал свои проблемы. Другое дело, что он потом этот метод обобщил и решил, что он будет работать всегда, везде и со всеми. Что, очевидно, неправильно. Ну, как бы, в некоторых случаях она не работает ни со всеми, ни всегда. Вот. И вот, как бы, вот такая вот штуковина. Ты берешь эту метафору, продолжаешь ее проявлять, и, ну, самое удивительное, что когда эта метафора уходит, валун пропадает, человек вдруг с удивлением обнаруживает, что, а тоска-то ведь тоже пропала. Ну, или что он там хотел сделать, там, да, тоска – это частный пример, там у него, может быть, это могло быть что-нибудь позитивное, например, оно, наоборот, проявилось, потому что он его ярко увидел, откуда оно приходит и как к нему. Вдохновение. Например, вдохновение, да, он увидел, что вдохновение – это какой-нибудь там водопад света, который на него там изливается сверху, и он увидел, какой это водопад, размеры, формы, и что, и откуда. И у него возник очень плотный контакт, и он теперь знает, что нужно сделать, чтобы вот это вдохновение испытать. Потому что если раньше для него вдохновение было абстрактное слово какое-то, да, то теперь для него это совершенно конкретное предметное переживание в виде метафоры доступной. Картинка, эмоции. Да, картинка, эмоции, ощущения, там, мысли, если с этим связываются. То совершенно такая предметная штуковина. То есть он может уже осознанно в него входить. Да, и он может осознанно, управляемо входить. Он может начинать это состояние, он может поддерживать это состояние. И он знает, от чего это состояние, например, выключается у него. И он может, например, там, предотвратить это, например, да, или там, или он знает, например, что этот водопад у него там изливается не более часа в сутки, например, да, он им не злоупотребляет, говорит, ну окей, там отработали, хорошо, все, пошли дальше. Вот, не начинает там себя насиловать, потому что там не знает своей собственной природы и не понимает, что невозможно быть во вдохновении там 24 часа 7 дней в неделю. Вот, и все, ну, что-то переживать по этому поводу не стоит. Можно и передохнуть. И я хочу сейчас некоторый такой итог вот этому подвести для наших слушателей. Ну, насколько я поняла, с помощью вот такого чистого метода каждый человек может сам понять, сам найти свои именно источники ресурсные, уникальные, которые работают именно для него. И причем не любые абстрактные, вот единый ресурсный источник для всего, а, скажем, какой ресурс... Прошу прощения, какой ресурс ему нужен для того, чтобы достичь, скажем, ну, финансового успеха, если он нужен. Да. Или состояние любви, близости, там, понимания, да, с близкими. Это могут быть вообще разные метафоры. Да, это могут быть абсолютно разные метафоры. И для каждой своей задачи человек может найти именно собственную метафору, которая его и поведет, которая будет именно его внутренней, и которая абсолютно точно ему напишет, как ему, как он теряет это состояние, как он обретает это состояние, как ему входить в это состояние и куда оно его ведет. Ну да. Тут, наверное, самый важный момент, он еще связан с тем, что мне кажется, что все-таки в области такой попсовой шизотерики, да, как я это называю, очень как-то мало вопроса, мало внимания уделяется такому вопросу, как личная ответственность. Мы это, помню, с Барри тоже обсуждали. Он говорит, знаешь, вот тоже вот я смотрю на некоторых людей, я пытаюсь с ними работать, и я замечаю странную штуку, что до них не доходит, что... Ну, есть такая простая, ну, аксиома, наверное, да, потому что ее там
проверить только на опыте можно, работает она или нет. Она звучит примерно так. Типа, что внутри, то и снаружи. А там макромир там, является зеркалом микромира. То есть, другими словами, чтобы достичь успеха, славы и денег во внешнем мире, нужно в себе создать такое состояние, которое тебя к этому внешнему приведет. Магнит такой. Да, и, соответственно, как бы понятно, что ну, мы-то, когда человек в сессию приходит, мы же с ним работаем с внутренним состоянием, естественно, не с внешним же. Потому что когда человек приходит, и ты спрашиваешь, что ты хочешь, чтобы произошло? Он говорит, я хочу много денег. Да? Ты говоришь, ну дайте в банк, собственно говоря. В чем есть я-то? Иди, вот дам много денег. Вот. Ну, большинство людей, конечно, это понимает прекрасно, да? Потому что там дальше ты ему начинаешь задавать вопросы. Что нужно, что должно произойти для того, чтобы у тебя было много денег? Он говорит, там, ну, для этого мне нужно эффективно работать. А что нужно для того, чтобы эффективно работать? Ну, для этого нужно, чтобы у меня было вдохновение. О! Это внутреннее состояние. Вот с этим мы можем работать. Мы можем найти ресурсную метафору, мы можем проявить ее, и у человека появится доступ к этой штуке, он сможет это состояние себе включать. Но это ведь не избавляет его от того, чтобы все-таки работать, зарабатывать, и чтобы деньги появились. То есть они не появятся чудесным образом. Мы всего-навсего создаем человеку некое ресурсное состояние. Вот. Ну и вот еще, наверное, такое маленькое дополнение по поводу того, что вот человек там сможет что-то обнаружить в себе, там какое-то ресурсное состояние, получать к нему доступ и так далее. Есть такая пресуппозиция в НЛП. Она звучит примерно так. Любой симптом на самом деле является ресурсом. Нужно только выяснить, в каком контексте. Да? Да. Вот это еще одна удивительная вещь, которую я в СИМ обнаружил. Действительно, ты берешь человека с самым негативным, мерзким, ужасным состоянием, и казалось бы, ну что тут может быть плохого в этом, то есть что тут может быть хорошего там, да, и ресурсного в этом состоянии. Но как только ты обнаруживаешь метафору и начинаешь ее проявлять, прояснять, то вот очень часто обнаруживается то, что, ну вот уже в упомянутой сущностной трансформации обнаруживается, да, что самый страшный симптом, если ты начинаешь его внимательно, бережливо, не оценивающе как-то разворачивать, выясняется, что это, в общем-то, ресурсная штука. Просто ты ей внимания не уделял, и она вот как-то переросла вот в какое-то такое агрессивное, неприятное ощущение, которое внутри тебя живет. Но на самом деградировала. Деле, деградировала, да. Но на самом деле изначальная миссия у нее была очень позитивная какая-то, да, там, дать тебе энергию, например, или там предупредить тебя о чем-то, или еще что-нибудь такое сделать. Но ты как-то ее заигнорировал, и вот она там, так сказать, впав в отчаяние, превратилась в какую-нибудь психосоматику, например, да, и теперь уже там в виде больного сердца, например, у тебя живет внутри. А все от того, что ты ее там не послушал лет 5 назад. Ну да, я люблю такую метафору приводить из сказок, когда джин, который очень много лет просидел в бутылке или столетии, и когда его уже наконец пытаются водить, он может быть настолько озверел, что если неаккуратно это сделать, он просто уничтожит со злости того, кто его освободил. Ну да, да. Да. Так что тут вот такой вот важный момент. Ну и, собственно говоря, если вот. Конечно, я уже говорил, что ясная практика жизни-то, она, конечно, не только этот аспект охватывает, но для меня чистый подход, он является таким зонтиком. Все остальные вещи, ну, однажды кто-то из моих участников мне сказал, мы были на семинаре, если я не ошибаюсь, семинар у меня есть такой «Ясные эмоции» называется, там посвящен эмоциональному интеллекту и так далее. И там, среди прочих материалов, есть такая шкала эмоциональных состояний, и вот мы ее там прорабатываем, проясняем всякое разное. И один из участников после практики подходит и говорит мне, ты знаешь, мы вот в этом месте вот обнаружили еще несколько эмоций, которых у тебя вот они там как-то не указаны, не прописаны, вот, а они там точно есть. Вот, и мы с ними садимся там, значит, в подгруппу, значит, все это обсуждаем, я прям компьютер достаю и начинаю прямо на ходу править свою раздатку. И его это привело вообще в такой благоговейный ужас, он говорил, я не понял, то есть ты что, прямо сейчас исправляешь раздатку? Ну, то есть вот... Я говорю, ну да, мы же обнаружили, что есть еще какие-то есть эмоции. Он говорит, вообще, первый раз такое вижу. Чтобы как бы на семинаре тренер скорректировал свои материалы, основываясь на обратной связи, которую дали ему участники. А почему нет? А я говорю, а почему нет-то, я не понимаю. Ну, то есть, это же как бы, это же исследование некое. Он говорит, ну не знаю, как... его это как-то почему-то очень изумило. То есть, видимо, он как-то ожидал какого-то такого подхода, типа сверху вниз, что я вот вам сказал, что тут, не знаю, там, 7 эмоций, да, все 7. То, что вы там нашли 8-ю, этого не может быть. Я говорю, нет, ну, я всегда так делаю, это совершенно нормально. И более того, могу сказать, что после каждого семинара мои там раздаточные материалы довольно сильно дорабатываются, потому что каждый раз новая группа, новые люди с новыми осознаниями, вот такие вещи. И он потом сказал мне, что мне удивительно, что как-то я пришел на семинар, все равно с, как бы, с некой такой установкой. Сейчас вот мне тут умный человек,
там исследователь какой-то расскажет, ну там условно говоря, как устроен мир. А мне этот человек на семинаре говорит, ну пойди да посмотри, как он устроен. Я иду и смотрю, и говорю, слушай, он, по-моему, устроен вот так. Он говорит, ага, и записывает. И меня это как-то удивило. Как это, думаю, странно. Кто из нас гуру? Да, кто из нас гуру, я не понял. Кто из нас тут, так сказать, рассказывает, как устроен мир, получается? Я, что ли, рассказываю, да? И я говорю, да нет, понимаешь, тут дело в том, что выгодность моей позиции заключается в том, что мне там десятки людей дают подобного рода обратную связь. И для меня это очень ценно. Вот это для меня самая интересная часть моей жизни. Потому что ты-то нам на один семинар сходил и все, а я-то таких семинаров провел там штук 30, например, да, и на каждом семинаре там несколько людей мне дают какую-то существенную вот такую вот обратку какую-то, да, тут вот это, да, и со временем вырисовывается какая-то вещь, которая, ну, она, конечно, не является объективным описанием мира, я это понимаю, в том числе хотя бы просто потому, что ко мне тоже там люди приходят, ну, какая-то там группа, все равно как-то она там отфильтрована, да, там не каждый пойдет ко мне на занятия, например. Но, тем не менее, в какой-то момент я понимаю, что вот у меня там есть там список состояний, и вот там на первых семинарах он очень там кардинальным образом менялся или даже там принципиально перерабатывался. Потом этих изменений стало все меньше, меньше и меньше, меньше. И вот за какие-то там последние несколько семинаров, в общем-то, особых каких-то кардинальных изменений он не претерпевает. Что для меня означает, что, ну, вот, наверное, созрело. То есть мы уже что-то такое существенно имеем в руках, и можем как-то это обоснованно называть словом технология, например. То есть она прошла некую стадию там тестирования полевого, да, скажем так.